Всем привет! С вами Марина из Диномамы. И сегодня я покажу вам зимний комплект марки Depardieu. Модель очень красивая. Предполагала, что она для мальчиков, но мне кажется, вполне подойдет и девочкам. Это такая тема медвежонка панды с ушками, глазками мягкими на капюшоне, меховыми. Носик вышит, вышивка. Мягкая окантовка. Внутри ветрозащитная планка и мягкая плюшевая подкладка, искусственный мех. Сам капюшон не отстегивается. Модель для малышей до 3 лет, как и все, эта коллекция для малышей отличается наличием вот таких вот варежек в комплекте. Внутри меховая подкладка, они пристегиваются на кнопку и вот потом держится на такой вот штучке, веревочке, которая тоже с помощью кнопки можно их отстегнуть вообще. Манжеты на резинке или липучке. Плюшевые вставки. Молния с защитной планкой. Еще вставки. Два кармана на кнопках. Красивые вышивки в лапке. Здесь тоже красивая нашивка. Молния с защитной планкой на кнопках и липучках. Внутри плюшевая подкладка. И в рукавах гладкий полиэстер, чтобы удобнее было ручки просовывать. По линии талии есть утяжка, резинка с кнопками. То есть можно утянуть. Куртку. Сзади куртка выглядит вот так, тоже ушки. Капюшон не отстегивается. Это петелька, куда вставляется шарф, который входит в комплект. Я чуть позже его покажу. На рукавах плюшевые вставки с лапками зверушек. И вот так выглядит куртка в нижней части. Также в комплекте полукомбинезон, лямки регулируются по высоте с помощью липучек, талия на резинке, крупная молния, которая удлинена, то есть заходит на одну ножку, это тоже особенность модели для малышей. Внутри подкладка гладкий полиэстер, а выше линии талии такая же подкладка, как снаружи. Утяжек на талии нету, просто резинка. Здесь можно написать имя ребенка, чтобы не потерялся комплект. Дополнительное усиление в области колен. Как и все модели для малышей до 3 лет, в комплект входят не только варежки, но и пинетки. Не всегда они нужны таким взрослым деткам, но они есть. Внутри подкладка из искусственного меха. Пристегиваются они так же, как и варежки, на кнопке. И также есть такая веревочка, которая тоже на кнопке держится, можно отстегнуть. Дальше еще много интересного. Внутренняя снежная юбка с такой прочной резинкой, чтобы не сползала. Внутри подклад гладкий полиэстер, прочные силиконовые штрипки, которые можно отрегулировать по длине или отстегнуть. И вот так выглядит нижняя часть без пинеток. Что у нас сзади? Вот такая завышенная спинка, резинка, красивая попа, вставка. И вот так выглядит нижняя часть полукомбинезона. Помимо всего, в комплект входит флисовая шапочка с нашивкой. Если носить с капюшоном, то можно носить и зимой, но на холода, если без капюшона, лучше найти что-то потеплее. Манишка.
на липучках. И шарфик с красивой вышивкой и кармашком. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.